Всем огромный привет из Рима. И совсем скоро у нас будет праздник, 14 февраля, День Святого Валентина. Я, конечно, не особо фанат, но все-таки решила к этому случаю показать вам несколько образов из разных магазинов масс-маркета. Первое у нас на очереди идет Zara. На мне такое классное платье со сборкой и жакет в ярко-розовом цвете. Вот эти туфли я бы, честно говоря, заменила, потому что в примерочной они оказались более серого оттенка. В зале они были белые. И жакет на мне в размере XL, а платье в моем стандартном размере M. И село оно очень хорошо, по моему росту оказалось не короткое, рост у меня 179 сантиметров. Также я взяла попробовать вариант с сатиновым платьем с глубоким вырезом посередине. В образе в тандеме с жакетом смотрится очень хорошо, но само по себе платье сидит не совсем красиво, особенно в зоне талии, поэтому имейте это в виду. Переносимся в магазин Andada Stories. Здесь на мне рубашка с кружевной отделкой по воротничку и по рукавам, юбка в стиле Шанель и вот такой классный красный кардиган с пуговицами-сердечками. Мне кажется, супер милый образ. Переносимся в магазин COS, и этот образ просто отвал всего. Мне, в частности, очень понравился бра из сетки в темно-синем цвете. Есть такой же в светло-розовом прозрачный, но он смотрится совсем по-другому. Также пудрово-розовый жакет и сатиновые темно-синие брюки в тандеме. Это все смотрится очень круто. И это последний образ ко Дню Святого Валентина. Показываю также все размеры, и я решила просто поделиться вещами, которые я померила в косе дополнительно. Во-первых, вот такие классные брюки и рубашка в насыщенно-фиолетовом оттенке. Вместе они смотрятся просто потрясающе. Брюки 38 размер, мне немного велики, поэтому я их перетянула ремнем. Дальше белая рубашка с кружевной отделкой, примерно то же самое, что мы уже видели в Andada Stories. Мне очень нравится такой вариант, потому что белая рубашка — это база, которая должна быть всегда, но в таком оформлении будет смотреться очень здорово и разнообразить любой образ. И последний тоже достаточно базовый джемпер, но с такими воланами на рукавах очень здорово смотрится. И, в принципе, сегодня это все, что я хотела вам показать. Спасибо большое за просмотр и всем пока!